классно рано ехать. Хоть темно еще, практически ничего не видно. Ну, мы уже доехали до первой весовой. Весовая закрыта. Круто. Грузик у нас не шевелится. Все четенько. Так что идем дальше. Идем по приборам. Через где-то уже полчаса будем на первой разгрузке. Так что всем привет и погнали! Выходим с пятерки на 205. И сразу первый выход берем. Ни разу там еще не были. Так что если заблудишься, домой не приходи. Потом нам надо вот этот высокий мост. Не вот этот низкий, а повыше, который идет. Вот он, именно вот этот новый мостик нам надо будет. Мы сейчас направо и сразу налево, и опять налево на этот мост. Кто-то что-то кричал, а нам опять налево. А нет, то еще не тот мост. Вот сейчас мы будем на мост заходить, который мы с фривея видели. Направо.
это еще раз направо возьмем. 144-я. Вот это, наверное. Езжай, говорит, к воротам, и можешь тап скидывать. Так что я пошел разматывать. Впереди нас еще два трака, говорит. Поехали по кругу, или, как говорится, по компании проедем.
ходил, бумажки подписывал. Все нормально. Первый стаб разгрузили. Погнали на второй. А потом третий у нас загрузка. Опять в Портленде. Заходе. Заскакиваем в штат Орегон. Будем надеяться. Пробок здесь снимал у них в Портленде. Заходим на 405-ю. По высокому мосту. А потом на 26-ю. Портленд, даунтаун, центр города. И буквально сейчас первый Д, входим на 26-ю.
17-я на Бивертон. Частенько мы на этот выход с вами выходим. Частенько. Направо на 111-ю. Здесь, наверное, на следующий. Вот она. Вулочка. О, назад встает. Supply. Сейчас посмотрим, где мы там заедем. Сюда заеду, а может задом даже. Сейчас я ему скажу задом, наверное, с дороги. Легче будет. А этот сейчас так сюда задом и сюда передом. Посмотрим, как удобнее будет. Thank you.
чё, народ, ждём-с, отдыхаем. С улицы прям загнал его сюда. К ним в ярд и всё. Вот сейчас сижу, ноги задрал повыше. Ждём форклифта, сказал, сейчас подъеду. Братва, разгрузились. Желтый, тормози. Только бы еще бы скоростя бы переключать, да? Какой-то третьей рукой. Было бы вообще ништяк. Значит, разгрузились. Погнали назад в Портланд. На загрузку. Выходим на 26-ю. Снова заваливаем в туннель. Сигналить мы не будем. Очень много машин. Очень большое движение. Тормозим. Ну и уходим назад на 405-ю. Справа у нас дороги пошли прямо в центр города. Вот только прозевал один выход, да? Не вышел правильный. Ты очутишься в центре города. Между небоскребов. Будет прикольно. Подъехал на загрузку. Жду, пока они вот этого флатбеда уберут. Вот этим хастером. А за хастером стоит кухня на колесах подъехала. Китайцы. Пошел, купил. Ребята... Мне, говорю, что-нибудь рис и чикен и спайси. Она мне спайси сосом облила. Все, всем приятного аппетита. Мы сейчас подкрепимся, а потом будем загружаться. Сидим, снайпера смотрим. Они еще флатбеда не догрузили. Сидим, ждем шторку. Включил свой surround system. Сижу, смотрю. Сигал. Подъехал хастер, зацепил канастогу. Сейчас оттянет и я туда. Ныль только и будем загружаться. Вот таких 10 палетов. Вот это 2.
4 сайт-бай-сайт не получаются, сильно широкие, то по центру. Говорит, давай 4 вот так, еще сверху 2, по одному получается 8. И 2, говорю, вот на эти средние кинем сверху. Будет по 3 этажа посередине, по 2 снизу. Опять 2 тарпа кидать и до дому. Ну что поделаешь. За тарп плотится больше. Так что берем и тарпуем. Чуть денежку поднимаем. Ничего страшного. Фу, отдышку вам показать. Пока расстелишь этот тарп. Короче, вперед я замерз. Оделся, тепло вышел. Потом вспотел. Пошел, разделся. Вот теперь работаю. Вот так этот грузик смотрится. Опять же таки, вот эти углы все. Уже одеяло приготовил. По углам буду одеяло ставить, стелить. Значит, по 3 этажа у нас. 2 средних, по 2 передние и задние. И опять одним тарпом не отделаемся. Надо второй разматывать. Так что тарповка 2 сюда тарпа. И 2 брезентухи назад. Это вообще жесть. Никаких денег эта работа не стоит. Так, пинаем колеса. Обходим трака, как дядя Паша учил. А вдруг резиночку где-то потеряли? Значит, вот так эта вся красава смотрится. Погнали до дома. Как всегда, пробка, чтобы на фривей зайти по кругу.
простой народ.